Партия «Единая Азербайджан» выдвинула кандидатуру действующего главы государства Ильхама Алиева на внеочередные президентские выборы. Данное решение единогласно было принято на сегодняшнем расширенном заседании правления партии. В ходе мероприятия было отмечено, что сегодня Азербайджан – одна из самых уважаемых стран в мире. Под руководством президента Ильхама Алиева республика достигла исторических успехов. Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.